28 сентября на территории физкультурно-оздоровительного комплекса Российского университета дружбы народов состоялось открытие студенческой спартакиады. Спартакиада нашего университета впервые была проведена в 1962 году, и вот уже в этом году 47-я спартакиада. Начинали мы с нескольких видов спорта, и каждый год расширяем и количество видов спорта, и количество участников. Наибольшей популярностью пользуется, конечно, футбол, мини-футбол, бадминтон, баскетбол. У этой спартакиады есть свои особенности. Соревнования проводятся не только между факультетами, но и среди регионов мира – Азии, Африки, Латинской Америки и других стран. С каждым годом расширяется география стран-участниц спартакиады и число спортсменов. В этом году состязание открывает королева видов спорта – легкая атлетика. В общей сложности соревнования пройдут по 10 видам спорта. Есть и новшество. На спартакиаде впервые пройдет турнир по дартс. Также в этот день прошло чествование победителей 46-й спартакиады. Третье место заняла команда экономического факультета. За последние 15 лет экономисты впервые заняли призовое место. Вторыми стали студенты факультета гуманитарных и социальных наук. Лавры первенства у инженерного факультета. 47-я спартакиада продлится в течение всего года. И уже в следующем сентябре состоится церемония награждения лучших из лучших.